Итак, друзья, вы просили, мы делаем. Проверяем эффективность ловушек Foresight в реальных домовых многоквартирных условиях. Вот так выглядит это чудо дезинфекционной мысли. В одной упаковке находится 5 ловушек и 5 же таблеток белого цвета. Все они компактно собраны, и упаковка, в общем, невелика. На задней стороне каждой ловушки находится инструкция по ее сборке, по сборке и применению, с иллюстрациями и всякой полезной информацией. Вот, достаем ловушки. Каждая изготовлена из тонкого плотного картона, и по идее из них нужно складывать устойчивые надежные домики. Вот так выглядит весь набор. Так, открываем ловушку. Внутри в каждой ловушке находится вот такая вот поверхность, покрытая клеем в упакованном виде в ловушке. Эта поверхность закрыта пленочкой, чтобы к ней ничего во время транспортировки не приклеилось. Такая себе вот получается большая наклейка. Снимаем пленочку, и у нас остается липкая поверхность. Вот. Достаем таблетку и приклеиваем ее к этой липучке. Все. Вот так домик уже будет ловить тараканов, даже если он не закрыт. Таблетка приклеивается, если не намертво, то очень крепко. Я за нее поднимаю ловушку, трясу ее, и она не отклеивается. Сейчас вот пальцем попробую прилипнуть. Так, хорошо держит, достаточно сложно оторвать его от клея. Таракан уж точно не отклеится. Кстати, про саму таблетку. Если к ней принюхаться, то пахнет она собачьим кормом. Это логично, потому что тараканы, особенно прусаки, в любых помещениях предпочитают именно корма животного происхождения. Всякие крошки хлебные, растительные остатки есть везде, а белкового корма в виде разного мусора им не хватает. Поэтому именно таким ароматом мясной консервы их легче всего привлечь. Видимо, запах этой таблетки – это результат долгих проб и ошибок производителя, испытателя, еще там кого-то. В любом случае, интересно посмотреть, как эти таблетки работают в реальных условиях и как они манят к себе тараканов. Так, собираем из всех ловушек домики. Это достаточно просто. Края пластины из картона загибаем и вставляем замок с одного края в специальную щель с другого края. Эта схема указана на задней стороне ловушки. Домик получается невысокий, его можно будет задвинуть под холодильник и плиту, что удобно. Плюс никто, кроме тараканов, в этот домик не попадет. Липкая поверхность сверху полностью закрыта. Даже если сверху случайно наступить ногой, просто верхняя часть прогнется и приклеится к клею. Но, собственно, нога с клеем не соприкоснется. То есть на спину кошки или собаки, играющей на полу возле ловушки, такой домик не прилипнет. Вот, сейчас еще раз потрясу собранную ловушку. Таблетки в ней вообще все равно, она держится хорошо. То есть ловушку можно смело переворачивать, наклонять, даже просто забрасывать куда-нибудь в узкую щель за мебелью, таблетка останется в ней. Удобно. Вот, кстати, у одной ловушки при сборке я случайно прижал вверх к клею. И все. Похоже, я вывел ловушку из строя. Оторвать картон от клея уже практически невозможно. Картон рвется, но не отклеивается. Так что будьте внимательны при сборке и установке. Не надавливайте сильно на домик и не запихивайте его в слишком узкие места, чтобы вот верх ловушки ни в коем случае не коснулся клея, потому что получится вот такая вот ерунда. Все, ловушки собрал. Зарядил таблетками, помятую ловушку выкинул, вот таблетка из нее осталась, положу ее в одну из этих ловушек, будет две. И все, они готовы к работе. Пойдемте теперь их устанавливать в злачные затараканенные места и будем проверять, как они ловят насекомых. Охотиться на тараканов будем здесь. Это подъезд в панельной 16-этажке. Достаточно старый, но поддерживаемый в хорошем состоянии силами инициативных жильцов. Тут в целом достаточно чисто, но тараканы постоянно живут на чердаке и в подвале. Я там они постоянно бегают по лестнице на последних этажах, а возле подвала я регулярно встречаю даже американских тараканов, но это происходит летом. Сейчас зима, возле открытых подвалов шансов их найти мало, ставить ловушки там не очень спокойно. Меня еще могут принять за какого-нибудь закладчика. А вот, кстати, и тараканчик.
черный, уже мертвый, но свеженький. Тут раз в неделю работает уборщица, поэтому всю такую дохлятинку она выметает. Если он тут появился, значит лежит тут не больше пары дней. Кстати, их травят. Управляющая компания регулярно заказывает дезинсекцию. Я пару раз встречал тут ребят в скафандрах и в противогазах. И думаю, что обрабатывают от тараканов именно чердак с подвалом. А все насекомые, получившие свою дозу, гибнутые на месте расправы или пытаются сбежать с чердака, и вот оказывается тут в подъезде. Вот. Вход на чердак закрыт и затянут сеткой. Тут пару раз воровали трансформаторные катушки с двигателей лифта, и один раз украли снаряжение у ребят-высотников. Поэтому сейчас тут приняли меры. Все закрыли, поставили сигнализацию, и туда уже без санкций консьержа не войдешь. Вот еще один таракан, тоже черненький. Какая мерзость. Представляете, такое чудовище вот у вас на кухне будет ползать. Он же здоровый, это не прусачок какой-нибудь. Самок еще крыльев нет, они совсем противные. Вот. Тут, как видите, так, достаточно чистенько. Убрано, подметено. Не идеальное, конечно, состояние, но для дома такого возраста очень даже хорошо. И чересчур чисто для тараканов, как мне кажется. Они любят бардачок. Вот еще один. Это уже прусачок. Кстати, совсем сухой. Возможно, до него веник уборщицы просто не дотянулся. О, а вот и живой прусачок на стене. Странно, что он тут делает. В середине дня при свете солнца. Но, тем не менее, покоряет стену. Сейчас отберу кусок хлеба у дезинфекторов и истреблю его. Так, ставим ловушки. Ставим их максимально близко к чердаку, к логову, чтобы прям всех тараканов перехватывать время их исхода с чердака. Одну поставим вот здесь, на нижней ступеньке. Надеюсь, лифт не отключат и жильцы тут по лестнице особенно часто ходить не будут. Ловушку не заметят. Вторую, наверное, повыше, максимально близко к самому чердаку, за сеткой. Тут вот. Так, и еще одну поставим тут под лестничным пролетом на ящике с электрооборудованием. Посмотрим, может, и тут какой-то таракан на таблетку клюнет. И одну поставим вот здесь за мусоропроводом. Мусоропроводы заварены и не используются, но тараканы по ним могут бегать. Надеюсь, уборщица в ближайшие пару дней здесь убираться не будет и ловушку не тронет. Все, через 2 дня проверим ловушки и посмотрим, как они работают. Кстати, вот еще один тараканоид. Тоже рыжий. Получается, 2 пролетами ниже выхода с чердака. Тоже странно, да, что он бегает тут среди бела дня. Ну, вот таких, как он, и его товарищи, которые выбираются из укрытий по ночам, и по вечерам, и даже днем. Ловушки, по идее, и должны ловить. Посмотрим, как они это делают. Так, прошло ровно 2 дня. Давайте посмотрим, что нам скажут наши ловушки. Вот это, на ящике электрооборудования. Похоже, тут кто-то есть. Сейчас я как-то одной рукой надо открыть. Кстати, этот замочек картона достаточно простой, и одной рукой открывается. Да, 3 тараканчика, все свеженькие, еще живые, классно. Они-то, наверное, неделю теперь будут на краю умирать. Так что такие ловушки — это штука не для гуманистов, но для реалистов, которым нужен реальный результат. Здорово! Так что оставляем ее здесь же еще на несколько дней. Сейчас ее одной рукой, уже другой закрою. Все, вот так вот щелк, защелкнули одной рукой. Все, оставим ее на тот же ящик. Соберем еще урожай тараканчиков. Так, а теперь что нам скажет самая верхняя, самая близкая к чердаку ловушка? Так, тут тоже кто-то есть. Ой. Ого,
Тут прям хороший улов. Один, два, три прусака, большой черный таракан и маленькая нимфа черного таракана. Я прям не ожидал, что будет так много. Все живые еще. По санитарным нормам подобные ловушки используются на предприятиях для контроля численности тараканов. И если за день в ловушку в среднем попадает больше двух тараканов, то такое число считается порогом, указывающим на необходимость дезинсекции. Два новых таракана за сутки в каждую ловушку ловятся, все, нужно все обрабатывать аэрозолем. Тут в доме этот порог, похоже, уже пройден, и этот чердак уже надо обрабатывать тяжелыми инсектицидами. Так, идем дальше. Ловушечка на месте, никто ее на нее не покусился за это время. Так. О, эта ловушка тоже не отстает. Интересно, как этот прусак возле табуретки оказался. Наверное, он залез через щель сверху и упал прямо на клей. Забавно, он, кстати, даже моль приклеилась. Да, это же бабочка. Да, моль. Что она делала внизу на ступеньках в ловушке с таблеткой, пахнущей собачьим кормом, непонятно, но вот моль. Этот вон самка с аотекой дергается еще. Да это черные лапы себе поотрывал. Членовредители такие. Ну ладно. Оставляем эту ловушку поработать еще. Вот. Обратите внимание, как легко закрывается, защелкиваются ловушки. Одной рукой чпок. Все, закрыто. Хорошо продуманная конструкция. Можно очень быстро собирать и устанавливать. Минимум хлопот, максимум результата. Так. О, и это стоит неугнанная, нетронутая. Что тут в ней? О, тоже моль и два таракана. Но тут даже всего чердака, поэтому и тараканов немного. Хотя две таблетки. Как эта моль вообще сюда могла залететь, если она в основном под потолком летает? Вообще круто, даже амбарную огневку такими ловушками можно ловить. Ну, окей, попалась так попалась. Оставляем ловушку работать и дальше. Уже можно делать однозначный вывод, что ловушки работают круто. Четыре ловушки поймали, сколько получается? 3 плюс 5 плюс 6 и плюс 2. 16 тараканов за 2 дня и 2 ночи. Плюс 2 моли. При том, что тараканов в подъезде не так уж и много. Они тут не кишат и за шиворот не падают с потолка. А вот ловушки позволяют их и обнаружить тут, и отловить. Ну, посмотрим, что будет здесь еще через несколько дней. Итак, прошла неделя с момента установки ловушек и 5 дней после предыдущей проверки. Планировал собрать их, конечно, чуть раньше, но не получилось, так что проверяем сейчас. Так, это ловушка на ящике электрооборудования на месте. Сейчас посмотрим, что там в ней внутри. Так. О, неплохо. 6 тараканов. Вот эти два черных, видимо, попали сюда совсем недавно. Может, вчера, может, позавчера еще двигается. Вот он, живой. Это тоже живой. А вот эти остальные уже погибшие. Вот, все, они уже здесь давно. Это свеженькие. Ну, нормально на самом деле. Смотрим на ловушку на самой верхней ступеньке. Что у нас тут? Ого! Тут их совсем много. Прямо облепили ее всю за неделю. Он даже взрослый самец черного таракана прямо на таблетку упал. Прусачок свеженький есть. Видно, что только-только влип еще пытается отклеиться. Как-то странновато. Даже эта ловушка нетронутая стоит, хотя ее очень легко вроде заметить, если выходить на лестницу с площадки. Видимо, здесь никто не выходил за это время. Тут тоже тараканов много. Вон самка прусака с отекой приклеилась. А, ну это еще та старая.
Атеку сбросила, кстати, после этого. Очень много тараканов, если честно. Я не ожидал даже, что столько наловится. Так, идемте про... Ага, а последней ловушки-то и нет. Странно, кому нужно было заглядывать сюда за закрытый мусоропровод. Но, скорее всего, уборщица выкинула вместе со всеми тараканами. За что ей большое спасибо. Добросовестно выполняет свою работу. Да, нигде ловушки нет. Никуда ее не передвинули, не переместили. Ну и ладно. Мы уже видели, как она сработала. Идемте посмотрим на всех этих пойманных тараканов поближе. Так, давайте еще раз посмотрим на весь этот улов, на всех тараканов вблизи, в спокойной лабораторной обстановке, поближе. Вот этот черный таракан еще дергается активно, видать, он попал только сегодня или вчера, вот буквально на днях. Вот еще прусак один живой, видимо, тоже свеженький, а все остальные погибшие. Видимо, вот на такой кривой ловушке тараканы погибают дня за 3-4, скорее всего, из-за отсутствия воды. Без воды они долго находиться не могут. Плюс, возможно, из-за того, что в подъезде прохладно зимой, они при отсутствии воды и пищи, при низких температурах погибают быстрее. Возможно, летом они на таких ловушках будут там дохнуть больше недели. Вот здесь у нас тараканов особенно много, здесь вот еще вот моль, вот это самка с отекой, вот живой тараканчик, этот погибший, то есть живые здесь вот этот и вот один прусачок, тоже свежие. То есть ловушки ловят тараканов достаточно так равномерно. Вот как тараканы примерно бегают по подъезду или где-то по помещению, так они равномерно таблетки учуивают, лезут в ловушки и прилипают. Вот тут совсем немного тараканчиков, но тем не менее ловушка сработала хорошо. И это, и вот эти две. Возможно, еще в четвертую ловушку сколько-то там попалось, такое приличное количество, сколько точно непонятно. Но, тем не менее, на одном таком небольшом участке, считайте, на одном лестничном пролете, достаточно чистом, вот получилось вот столько вот тараканов поймать. Сейчас вынесу все эти ловушки на улицу, там сейчас небольшой морозец. Пусть эти все тараканы быстро промерзнут и не мучаются, а то что-то мне их жалко. В общем, ловушки сработали прямо отлично и намного превзошли мои ожидания. В достаточно чистом подъезде, где тараканов не то, чтобы сильно много, на глаза они особенно и не попадаются. И если не знать, что они тут встречаются, сразу и не заподозришь, что они тут есть. Тем более зимой, когда тараканы не особенно активны. 4 ловушки вот за неделю поймали, получается, 31 таракана. Если учитывать с теми двумя, которые попались в пропавшую ловушку. И 2 бабочки моли. Я представляю себе, сколько тараканов можно переловить в сильно зараженном помещении, где их очень много на единице площади. Нам, кстати, в комментарии на канале писали отзывы про ловушки, и люди говорят, что это самое удобное средство. Работает само, никаких активных действий от человека не требует, поставили их на неделю и забыли про них вообще. Они себе работают, тараканы сами лезут в них и гибнут. При этом ловушки идеально подходят для квартир, домов, столовых, кафе, там, детских садов и вообще для любых помещений, где часто, постоянно бывают люди. Потому что они абсолютно безопасны, в них нет никаких токсичных элементов, они никому, кроме насекомых, никак не могут навредить. Причем такие ловушки должны ловить всех насекомых, которые питаются пищевыми продуктами и отходами. Не только тараканов, там, и муравьев, и кожиедов, и даже, вот как видите, даже моль они ловят. Так что, в общем, такие ловушки – это просто идеальное средство как для непосредственной борьбы с тараканами, так и для просто определения их количества в помещении. Напомню, что по дезинфекционным стандартам, если в одну ловушку попадается в среднем 2 новых таракана в сутки, это значит, что тараканов в помещении много, и их нужно здесь экстренно выводить, если
такая экстренная дезинсекция предусмотрена вот в помещении определенного класса. Если это столовая, ресторан или какое-нибудь пищевое производство. Магазины, например, там больницы, различные заведения при такой зараженности должны сразу вызывать службу дезинфекции для полной обработки помещения. В жилом помещении хозяева могут уже сами смотреть по ситуации, могут вызывать службу, могут отлавливать всех тараканов таким же форсайтом или сами травить тараканов чем-то. Это уже на их усмотрение. Учтите только, что если тараканов в помещении очень много, они достаточно быстро облепят всю кривую поверхность такой ловушки и уже по телам своих прилипших собратьев новые тараканы смогут подбираться вот к таблетке и пытаться обгрызать ее. То есть ловушки нужно время от времени проверять. Если какая-то из них заполнилась целиком, то есть вот этой кривой поверхности уже свободной не осталось, то ловушку надо заменять новой. И так до тех пор, пока тараканы в помещении не закончатся. Интересно, конечно, насколько будет эффективна таблетка-приманка в форсайте по сравнению с таблетками в других ловушках. Многие дезинсекторы рекомендуют в качестве профилактического средства в квартире держать именно ловушки форсайт, потому что говорят, что если какой-то залетный таракан тут окажется, он ни в хлебницу не лезет, ни в мусорное ведро, а сразу тянется именно к ловушке. А дезинсекторы, которые видят по 5-6 квартир в день, они имеют возможность сравнивать разные средства и знают, какие из них эффективнее. Понятно, что сделать простой клей на картонке это несложно. Сложно именно привлечь таракана в этот капкан на этот клей. И скорее всего именно такая душистая таблетка форсайта обеспечивает высокую эффективность именно ловушек форсайт. Я видел в продаже дешевые китайские ловушки с таким же дизайном, как у форсайта, и полагаю, что китайцы вполне могли сделать и могут сделать вот такую просто липкую картонку. Но почему-то китайские ловушки никто из дизайн-секторов не рекомендует. Скорее всего, именно потому, что работает в таких ловушках именно таблетка, и она должна быть оригинальной, привлекающей тараканов. И чтобы тараканы в нее ловились, нужны, получается, именно таблетки форсайт. То есть именно в таблетках вся сила этой ловушки. Поэтому, если вы будете покупать такие ловушки, смотрите, чтобы на них было указано, что произведены они в Польше. Именно польские ловушки проверены вот в эксперименте, и именно их рекомендуют дезинфекторы. В России такие ловушки продаются в магазине насекомых.нет, в Украине в магазине Бузина. В этих магазинах вы точно купите оригинал, который будет работать вот так, как с работой ловушки в нашем испытании. Мы, кстати, договорились с магазином Бузина, что они будут оплачивать 100 гривен всем своим покупателям, которые снимут на видео результат работы таких ловушек у себя. Дома, в квартире, в подвале, где угодно. То есть вы покупаете ловушки в Бузине, ставите, ловите тараканов и любых других насекомых, а потом просто на телефон снимаете эту ловушку с тараканами на видео. Показываете видео, сколько тараканов в конкретную ловушку попалось. Присылайте нам это небольшое коротенькое видео, а из Бузины вам присылают 100 гривен. А мы потом включим эти видео в наши последующие обзоры. Это удобно всем. И вам, вы экономите деньги, и будущим покупателям, которые вот уж точно будут знать, как работают такие ловушки в реальных, самых разных квартирах у самых разных людей. Ссылку на описание этой акции и адрес почты, на которую можно высылать ваши видео, я оставлю под этим роликом. Так что остерегайтесь подделок, покупайте оригинал, экономьте денежки и зачищайте свою квартиру от всей шестиногой нечисти. Небольшое послесловие. Женушка пожаловалась мне, что видела ночью на кухне таракана, но не успела его убить. Такое бывает, зимой к нам иногда забирается таракан от соседей. Я решил, что раз ловушки под рукой, я их еще не выбросил, поставлю-ка их под холодильником, под плитой и на один из шкафчиков. И вот на второй день после расстановки, в той ловушке, что стояла на шкафчике, два свежих тараканчика. Вот эти уже вымерзли на улице, вот он один шустренький, вот второй живенький. Вот или сегодня ночью, или вчера попались. Вот, похоже, те два, что были на кухне, здесь и остались. Так что я пока эти ловушки не выбрасываю. Меня устраивает, как они работают. Пусть еще постоят, поработают.